О май гад! Материал только что обновленный. Сухой лед. Сухой лед. Твердый диоксид углерода СО2 при обычных условиях, переходящий в газообразное состояние. Шачки? Боже мой, глаза! Давай, давай. Да что за жесть такая творится? Итак, вырабатывается он на удивительных установках. Используется для охлаждения пищевых продуктов. Вы готовы? Да! У нас есть самый смелый! Да! Где он? Я в шоке, таблеток!